Здравствуйте. Хочу показать соседскую собаку, немецкая овчарка. Она скачет вокруг пламени. Там два костра. То ли дышит костр, то ли нюхает дым, то ли что. В общем, такая. Обычно собаки не боятся огонь или не любят его. Ну, а это, в общем, он подскакивает, видно. Подпрыгивает, подскакивает. Может быть, даже дышит дымом. Я не знаю, могут ли животные задерживать дыхание. Но получается что-то типа такого. Вон он прыгает как, видите?